Так, я получил пульт, а день первый. Зашел я в Бравл Старс поиграть на Динамайке, давно я за ним не играл. Решил поиграть в режиме захват кристаллов. Набрал себе команду и сразу же пошел в бой. Игра загружается, и что вы видите? Три Мортиса. Такого у меня не было уже давно. Причем, какое совпадение. Взял Динамайка, три Мортиса получил. Естественно, они на меня налетели и быстро со мной разобрались. Я понял, что это случается раз в 1000 лет, и такого никогда не повторится. Пошел в горячую зону поиграть. Думаю, ну, сейчас-то будет мне прикольно. Захожу поиграть, и что вы думаете? Захватываю я себе зону, все вроде бы в порядке, никого не трогаю, играю хорошо, и тут налетают на меня три Мортиса, как будто им медом намазано. Налетели и давай меня убивать. Что это вообще за игра такая? Перешел потом поиграть в Броубол. В Броуболе-то такого точно не будет, там такого никогда и не бывало. И что вы думаете? Снова три Мортиса! Снова три Мортиса! В Броуболе! Просто дайте мне уже...